Drück fast. Ладно, люди, почему игнорируем? Sorry, I don't understand. Зону досмотра. Sorry. Please. Do you speak English? What do you want? Зону досмотра, пройдите. What do you think? Зону досмотра, пожалуйста. Дядя, иди отсюда. Дядя, дядя. Зону досмотра. А кто ты такой твой? Зону досмотра, пожалуйста. Зона досмотра, ребята. Кто ты такой? Я сотрудник службы безопасности метрополитена. У вас работала работа детектора. Что вы хотите? Посмотрите ваш багаж. Рюкзак. Зона досмотра где? Пойдем посмотрим. Сюда. У вас, к сожалению, зона досмотра не оборудована в соответствии с требованиями транспортной безопасности. Это вопрос не ко мне, только положите. Я не собираюсь нарушать закон. Хорошо, вы отказываетесь проходить? В таком виде, да. Вы можете понюхать меня этой самой нюхалкой. Не хотите понюхать? На выход, пожалуйста. Кстати, английский очень плохой. А, я не собирался. Я просто не знал, кто вы. С незнакомыми людьми, да. Не, ну пристает кто-то. Вот мальчик какие-то в синих жилетках стоят иногда, да. К людям пристают. А почему сразу не сказали, кто вы тогда? Вот кто-то один стоит, пристает. Да? Да, тоже отказывается. Его тоже запишите на камеру. Ну что ж, в полицию-то позовите, на заявление на вас будем писать. К административной ответственности вас будем привлекать. По статье 11.15.2. Части третьей, да? У нас работала стационарная рамка. У нас пригласили досмотр. Вас не устраивает досмотр, да? Меня не устраивает нарушение законодательства при этом досмотре. Но вы же это осуществляете. Нарушаете требования транспортной безопасности. Как вам не стыдно? Ничего я нарушаю. Пункт 25 приказа Министерства транспорта номер 227 о порядке досмотра, дополнительного досмотра граждан. Ручной кладе и прочее. Ну, такие вот мальчики в синих жилетках, не знают закона, ничего не знают, стоят, не представляются. Я работаю, пойду отдыхайте. Да? Я же к вам подходил, да. Но отлично, не хотят по закону жить. Приходится заставлять. Смотри, в чем соль. Вот тут чьи-то вещи, да? О, разводник, смотри, смотри. Да. Разводник, два противогаза, что-то еще, смотри. Прикольно. Заявление у меня к вам. Сейчас. По какому поводу? Сейчас все узнаете. Значит, что вы на ногах? Паспорт можно? Нет. Взяла? А? Нет. Нету у вас? М? Нету паспорта? А как я вас... Зачем вам мой паспорт? А как я у вас заявление прямо без данных? А вы не умеете? В смысле, без данных, как я у вас прямо заявление? А язык у вас есть, спросите? Вижу, я есть. Понял. На улицу давайте, выходите в машину. Мне нельзя. Состояние опьянения не пущено вообще. А в смысле, в состоянии опьянения нельзя в метро, что ли, ездить? Вообще в общественном месте нельзя появляться. Нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения? Да, статья 20.21. Полицейский, давайте ваше удостоверение. Давайте. Посмотрим. Представляться вы не умеете, я смотрю. Будет жалоба на вас писать, то, что вы не знаете. Хорошо. Объективную сторону статьи 20.21. Зайцев Максим Валерьевич, полицейский. Годин, 23-го года, все правильно. Правильно. Почему вы не знаете законодательство Российской Федерации? Почему вы ограничиваете в праве гражданина? Он не оскорбляет человеческое достоинство, общественную нравственность. Почему вы его ограничиваете в правах? Я его не ограничу в правах. Можете идти, я вам разрешаю. Можно. Вы ему разрешаете? Да. А вы кто? Как, я у, здесь... Уполномоченное исп... лицо какое-то? Да. Гражданин. Какое? Гражданин. Источник власти России.
Статью 20.21 откройте, почитайте. Там не просто состояние алкогольного опьянения, там оскорбляющее человеческое достоинство, общественную нравственность. Он ничего не оскорбляет, опрятно одет. Что вы к нему прицепились? Стойкий запах алкоголя изо рта, шаткая походка. Он оскорбляет человеческое достоинство? Он матом тут ругается или что? Матом ругается, это статья 20.1. Какая разница? Вот он сейчас стоит, никого не трогает. Ничем, вот он опрятный, он опрятный по внешнему виду. Что не так-то? Все нормально. Все, можете идти. Я его не задерживаю. Я не могу. Идите, все, он вас не задерживает. Ходите. Пройдемте. Дальше у меня к вам заявление. Я знаю. Да. Пройдемте, напишем. Здесь у меня примите устное заявление. Хорошо. Служебная книжка вы имеете, спросите? Имеется. Служебная книжка такая цветастенькая? Такая цветастенькая. Это ваш личный блокнот, а не служебная книжка. Ну, в принципе. Зарегистрировано. Правда, что ли? Правда, что ли. Вот. Зарегистрировано, прошнуровано. Ну, тогда, в принципе, можно и оставить вам заявление. Значит, сегодня. 18 декабря 2018 года. 20 часов 45 минут. Мною было обнаружено. Нарушение требований транспортной безопасности. А именно. Приказ 227 от Владимира. Да, пункт 25. Приказа 227 Министерства транспорта. Что образует состав административного правонарушения. По статье 11.15.2 КОАП РФ. Еще раз. Статья 11.15.2. Прошу установить виновных лиц, привлечь их к административной ответственности. А орудие совершения правонарушения конфисковать в соответствии с санкцией данной статьи. Именно. Доход государства. Так, орудие правонарушения. Орудие совершения административного правонарушения конфисковать в соответствии с санкцией данной статьи. Так, когда вы зарегистрируете эту информацию? Вкусно. Ну, вообще, я должен был доложить дежурную часть. Сейчас дойду до того вестибюля, у меня там телефон. Ну, скоро, да? Правильно? Приближаюсь минут через 10. Ну все, у вас какой отдел тут? 8-й отдел полиции в Удэном метрополитене. Все, хорошо, я тогда позвоню, уточню номер. Да, и там мне ответ придет. Все, больше вас не задерживаю. Все. Всего доброго. Ну, что, ребятушки, вот так оно бывает, когда докопались до нас, а в итоге оформим мы их. Вот, ибо нефига штрафовать пассажиров за нарушение транспортной безопасности, когда сами ее нарушаете. Ну а вы подписывайтесь на канал, это вон там внизу, ставьте колокольчик, подписывайтесь на инстаграм и телеграм-канал. Нам все будет самое интересное и самое новое. Все, всем удачи, всем пока!